Все вообще в театрах рассаживались. Ну, наверное, как сейчас, просто сейчас это определяет возможность там денежная купить там с первого по десятый ряд. И неважно, какого ты ранга, то вот у римлян было с точностью наоборот. Сидели как бы внизу все пурпурные плащи, затем белые и так далее. То есть все было по рангам. И это были театральные представления. Вот с этой стороны, где стоят колонны, ну, тут как бы был вход для артистов. А все представление было, конечно, впереди. Ничего, вот вообще вот что очень нравится в Европе, у французов, да, они сохраняют все традиции. То есть если здесь было правление римское, почему-то никому не приходит в голову поменять это здание на что-то другое. И все правители по сегодняшней там заседают. Если как бы здесь был театр, то по сегодняшний день вот в этом месте происходят представления. На сегодня это не театральное. Здесь только в октябре происходит один из самых значимых фестивалей среди